Всем приветики, с вами Владимир Вольский и Анна. И знаете, где мы сейчас? Мы решили зайти и посмотреть, что происходит в монастыре. Вот такой у нас есть монастырь. И оказывается, здесь есть даже чайная с 9 до 11 и все такое. Монастырь находится на Успенской, он женский, судя по всему. Здесь какая-то непонятная штука. Компактное поселение внутренних перемещений ОСИП. Что это такое, неясно, напишите. Вот, так вот, монастырь Свято-Архангела Михайловский женский монастырь, представляете? Вот он есть, сейчас немножко буду, наверное, тише поговорить, чтобы никто на меня не гневался, да, есть такое слово. Интересный знак про котов, обратите внимание. Скорость 5 километров, потому что много котов. И таки да, мы сюда пришли именно потому, что их много. А еще это для детского туризма, вот смотрите, вот такая штука. То есть, получается, сюда вводят туристов. Потому что этим людям может быть интересно. Для пожертвования на брошенных котов. Так что коты здесь, очевидно, и кто-то идет, какие-нибудь монашки, например, такие смотрят, о, вот и кот, например. Смотрите, первый кот, который мы встретили, похоже на Манула. Киса. Ну вот. А вот и чайная, смотрите. Какая. Пирожки, чебуреки в правой двери. Посторонним вход запрещен, воспрещен. И здесь можно, в принципе, попить чай. Давайте посмотрим, какой чай, потом дальше вернемся на котов, потому что мы последовательно ходили. С 9 до 5 работает это все, телефон для заказов. Вот. Здрасте. Вот такие штуки есть у них в продаже. Вот смотрите, ассортимент какой интересный. Всякие десертики, лазанья по 40 гривен. Грибная за штучку и так далее. Вот. И вот такие пирожки вот. Цены на пирожки. Спасибо. А мы идем дальше смотреть котиков. Такое интересное место. Смотрите, это мы попали на территорию монастыря. Здесь также обучают всякому. Посмотрим, что у них есть. Вот здесь, например, что-то обучают изготовлению картин и так далее. Церковная лавка, иконы, кресты, лампады, книги, церковная утварь и сувениры. А вот и кисоньки, смотрите. Белая есть кисонька уже. И такая бело-грязная. Кисоньки такие. Кисонек очень здесь много. Смотрите, что здесь еще происходит. Отделение есть какое, иконописано. Золотошвейное, церковное шитье и регенское. То есть все здесь еще в этом монастыре обучают. Вот еще немножко кошечек. Кто бы мог подумать. Смотрите, как оформлена территория. Здесь есть декоративные такие маленькие растения. Вот, внизу. Хвойные какие-то. А с другой стороны, чтобы вы понимали, вот этого странного домика, он здесь все в золоте, смотрите, там вон ворота, золото. Вон еще кошки там сидят. И с другой стороны парк Шевченко находится. Давайте посмотрим на золото. Все должно быть по-богатому. Вот, смотрите, какое. Замечательно. Пожарная безопасность. Есть, как обычно, песок, ведро, огнетушитель, лопата, багор и топор. Вон кошка еще, видите, сверху сидит, вон там вдалеке еще кто-то сидит. Вот, а здесь ландшафтный сад-парк. Он же всходит какие-то странные цветочки внизу. Вот, непонятно какие. Когда зелень, то, наверное, вообще красиво. Аня уже нашла, что какие-то распустились цветочки. Наверное, тюльпаны это или кто знает. Чернобрывти, может. Вот какие-то беленькие, что это, непонятно за цветы, но красивые, вот видите. Так что они за этим всем следят. Здесь, получается, можно совершенно бесплатно зайти и тихенько вот посидеть, покушать, посидеть в интернете. Вот такие, видите, стольчики есть под навесом вот на этой всей территории. Здесь тишина и благодать, и просто коты, они везде находятся. Сейчас тепло, и прям кошечки на улице. Это как такой трогательный контактный зоопарк. Сейчас мы найдем, если... кошечки какие-то, которые хотят потрогаться. Может быть, и в этот раз тоже будут. Мы уже заходили раз и обследовали. А сейчас второй раз специально, чтобы показать на видео, какое здесь интересное место. Тогда кошки в тот заход прямо гроздями на деревьях сидели. А здесь, смотрите, видите, большие толстые коты есть. Вот. Вон там коты, тут коты. Смотрите, сколько их. Их, судя по всему, кормят хорошо. Вот это, наверное, беременная котик. Киса. Киса. Кс-кс-кс. Вот такая вот киса. Ну вот еще, смотрите, целая куча их. Вон в окне один сидит кошечка. Видите, вот такая с большими глазами. Смотрит.
И вот здесь внизу много тоже котов. Чего они боятся, непонятно. Мы в прошлый заход ходили, как-то они были такие. А этот чихает, у него, скорее всего, коронавирус. Ну вот, киса. Хочешь начихать на кого-нибудь? Не хочет. Вот еще один кот пришел. Он, видите, он звуки издает. Вот, смотрите, с глистами. Сейчас меня все обмажут, пометят. Они видят, что мы присели. И уже тихенько начинают ходить. Еще черный с белым котик. А этот, смотрите, он что вытворяет. Он уже все, закончил шоу. И под низом еще много их. И там много котов, короче. Ну, вот такой пушистый. И вот еще, смотрите, появилось. Котов много. И там какая-то щель, и там они прямо им помещение целое выделили. А эта киса покушает, им насыпает, видите, здесь вот на пожертвование корм, например. Так что, если у вас есть много котиков, можете все сдавать. Вон, видите, там у них, смотрите, какое-то нежилое, наверное, помещение, может, жилое, не знаю, может, кто там и живет. И вон они везде там прям находятся. Киса. Смотрите, сколько котов уже сбежалось вон внизу. И это не предел. Я так думаю, что здесь котов 50, может быть, не меньше, если так походить по территории. Просто здесь у них такое именно жилище, а так их очень прям сильно много. Не уверен, что прямо те, кто держит этот монастырь, знают, сколько у них котов. Они все чихают, у них, конечно же, могут быть зеленые сопли, но вы не обращайте внимания. Вон черная еще киса сидит, вот тут они все бегают, играются. Теперь они уже с нами ходят, знаете, как привязываются. А вот та кошка, кажется, хотела покакать, но мы ее отвлекли. Надеюсь, не к столу будет сказано. Монастырь постоянно облагораживают. Смотрите, здесь такая большая территория, можно спокойненько погулять. И когда будет зелено, вот здесь видите такой ландшафтный дизайн, сделанный из брусчатки, взятый, очевидно, с какой-то улицы. И, наверное, здесь будет очень классненько. Зайдем попозже. Вот еще киса. О, киса. Киса, смотрите, как она хочет. И мурлыкает. Так что мне, в принципе, вот этот местечок нравится. Странненькое, грязненькое, пыльненькое, но бесплатное зато. И они, когда у них хорошее настроение, вот, смотрите, еще кошечка бегает. Видите, они с нами все играются. И они прям гроздями на этих деревьях, это такие низкие, то ли это вишни, то ли яблони. Вот. И вот эти киски, они прям вот везде лазят, когда тепленько, гуляют. Ну и, в принципе, и сейчас не очень холодно. Здесь они как с нами идут. О, видите, как они соревнуются, кто будет рядышком с нами ходить. Ну там игрища устраивают. Побольше котик прогнал того, что поменьше, черненькую. Здесь, смотрите, интересно этот. Золотые купола. Душу мою радуют. Много чего интересного. Смотрите, здесь на этих висят такие бомбончики. Наверное, кошки могут с ними играть или что это. Кто эти бомбончики вешает, не знаю. Под ногами вот ходит еще с нами. Это черный привязался. А тот другой ленивый. А этот прямо вот пришел. И что очень приятно, можно и, в принципе, если у вас есть желание, можете и на руки брать, и кормить их можно, и чесать, и чухать им везде за ушками и так далее, и поить. Они на вас будут чихать, это чихает постоянно ходят. Главное, чтобы они не заразили вас. Вот здесь есть такая часовенка, еще как называется по-правильному, непонятно. Ну, короче, там колокола, если приходит время, кто-то приходит, начинает теребить их, звонить в колокола, так сказать, по-богатому. Видите, как там все за сеточкой, чтобы туда птицы не залетали, не срали, например. И вот снова золотые купола. С этой стороны еще большой корпус находится. Здесь дают помощь, я так понимаю, обездоленным. Посмотрим, что написано. Свято-Архангела Михайловский храм обители. Сейчас посмотрим, что еще написано. Какой-то карантин, храм на втором этаже, дом милосердия. Карантин закрыт с угрозой гриппа. Мало того, здесь есть еще вот такой комплекс. Видите, везде есть башни какие-то, башни-купола с этими, с крестами. Внизу большой такой сад буйный, благородные розочки всякие растут. Все это поливается, я вижу систему автоматического полива внизу. Тут храм, там храм. Люди тут живут, учатся. Еще какая-то часовня, индивидуально для кого-то, видите, отдельная. Еще отдельная у каждого. Музей христианской Одессы есть, например, вот здесь вот даже такие вот. Новые здания, не новые. Короче, территория большая, но самое интересное, это та локация, где скамеек много, ландшафтный сад и кошки. И вот тут еще дом милосердия, регенское отделение. Тоже он закрыт на карантин пока что. То, что все болеют гриппом. В принципе, достаточно интересно.
обязательно здесь вот если прийти, я уже не говорю там про то, что в принципе небольшие цены на компот и на чай, если хочется покушать. А если не хочется, можно просто с собой принести или кошечек покормить, посидеть, вот, поразвлекаться с ними. Кто любит котов, приходите прямо здесь, они когда услышат, что будут давать еду какую-то, сбегутся большой толпой и, все, и порадуют вас. В принципе, здесь интересно, есть кошки всех расцветок. Ну вот видите, даже еще какая-то бегает киса. Это вы знаете, как есть кота-кафе во Львове. Вот. А здесь просто приходите, и коты на вас нападают. Вот. И это все. Это мы идем на выход. Оно такое, получается, по кругу можно пройти. И пойдем где-то дальше еще погуляем. Находится, кому интересно, этот монастырь женский на улице Успенской. Чуть-чуть не доходя парка Шевченко. Вот смотрите, есть даже туалет. И кто-то по-богатому выкладывал вот такими ракушками. Вот. Горшок с цветами. По-богатому. Не жалко таких ракушек было на декор. Мы идем на выход уже. С вами был Владимир Вольский. Анна тоже была с вами. Вот она желтенькая делает свой танец. И всем пока. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Увидимся в новых сериях. Давай раскрасим серый мир, чтобы для нас он стал цветным. Наполним яркостью.